С новым домом. В этом пожелании, которое услышал житель Ленинского района Андрей Кузнецов, нет никакой ошибки. В преддверии новогодних праздников молодой человек получил ключи от новенькой квартиры. Она предоставлена ему администрацией муниципалитета в рамках федерального законодательства. Закон предписывает обеспечивать жильем детей-сирот или оставшихся без попечения родителей после того, как они достигнут совершеннолетнего возраста. Перед торжественным вручением ключей Андрей подписал необходимые бумаги. И с этого момента он будет проживать в своем новом доме совершенно законно. Ключи новоселу вручил заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин. Дорогой Андрей, позволь мне от лица главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля, от себя лично, от всей администрации поздравить с этим прекрасным событием. Накануне Нового года мы вручаем тебе ключи от квартиры. Андрей Кузнецов стал 11-м человеком, получившим в пользование от муниципалитета новую квартиру в 2018 году. Все квартиры предоставляются жильцам в новых домах с качественным ремонтом. Здесь установлена сантехника, есть плита. Своим жильем очередной новосел остался доволен. Классно все. И выезд из города есть. Один светофор, и вы уже на М4. Перевезу свою мебель всю. Сегодня же сразу перееду. И сегодня уже буду там ночевать. И в следующем году предоставление жилья детям-сиротам будет продолжено. Уже в первом квартале 2019 года квартиры получат трое видновчан.